И вот потихонечку мы подходим к завершению цикла передач о оконном подразделении фирмы «Фаворит». Вы обратили внимание, что десятки тысяч жителей города Магнитогорска и пригорода выбирают эту фирму. Очень большие клиенты тоже есть у этой фирмы. И не было бы их, наверное, если бы не было ни качества, ни сроков, ни надежности. Но все-таки, давайте попробуем узнать, как на фирму «Фаворит» выходят простые магнитогорские горожане. Что их тянет сюда? Ну, им известно почему, потому что вот я, допустим, сейчас работаю в социально-реабилитационном центре. Вот. Они нам ставили там окна, и поэтому как-то я даже знаю, кто мастера, который делал все, Андрюха там, допустим, они делают, я посмотрел, как они, ну, нормально, кажется, делают так, что внимательно и, знаете, аккуратненько, мне что понравилось. Или они при мне, может, это показывали для... Да и у меня тоже делали нормально. Я постоял просто так за спиной, так они меня, в принципе, и не видели. Я так покуривал, посматривал, но они так четко, конечно. Все везде по уровню, там везде, даже вплоть до спички подкладывают, чтобы там был уровень и прочее. Ну, нормально, то есть. Так что все хорошо. Поэтому вот сейчас посмотрим еще, какие условия будут. А пенсионер сейчас может себе купить пластиковое окно? Ну, как сказать, вот, ну, вот подкопило, зимой холодно было, вот решила вставить. Конечно, ищу, где подешевле. Ну, а вот то, что здесь в «Фаворите», так скажем, обстановка очень красивая, вас не смущает? Цена устраивает? Ну, вот, думаю, наверное, соглашусь. Откуда вы узнали про компанию «Фаворит», если не секрет? В газетах. Пишут же рекламу все время. То есть газеты еще работают, да? Конечно. Вот субботнее было ваше объявление на 50% скидка. Здесь качество и как бы со сроками, ну, нормальные сроки. Здесь просто удобно условия, время. А вот в городе очень много всех окончиков, которые на каждом углу сейчас окна продаются, по-моему. Да, ну здесь понравилось почему-то, потому что здесь есть возможность рассрочки, типа кредита взять. То есть сразу, допустим, 40 тысяч я не хочу сразу, хотя, ну, есть возможность, можно, но зачем сразу все тратить, когда можно рассрочку сделать потихонечку, беспроцентно. Мне очень устраивает вот эта продукция этой фирмы, качество и сроки исполнения. Это немаловажно сейчас, да? Очень. А вы окна где заказываете? Фаворит. А чем вам не нравится? Качество хорошее. Ну и делают быстро, аккуратно. Почти нет замечаний, не бывает. А откуда вы узнали про эту компанию «Фаворит»? Ну, я просто здесь проезжал часто и с другими сталкивался. Но здесь мне лучше нравится, качественно все это выполняется и срок. И вот так все, в принципе, просто. Работаем на качество и держим хорошие цены. И, естественно, не размениваемся в мелочах. То есть нету обмана. Все по-честному. Если ставим пакет, то только тот, который должен ставиться в наших условиях. Естественно, такие окна стоят и стоят уже годами. Они будут стоять десятилетиями. Потому что среди фирм, которые приходят на один день, «Фаворита» нету. Он пришел всерьез и надолго. И это не только мнение мое, но это мнение десятков тысяч горожан и крупных клиентов.